Что, гроза умничка. Все, сегодня тренировки отработала. Сейчас стоит, остывает. После гоночной проверки вот на такой шине мы закончили. Гудрайдер Штурмавто. Спасибо, ребята. Так, закончили. И, собственно, готовимся к завтрашнему дню. Завтра у нас квалификация. Либо парные заезды, либо байран. Зависит от того, как пройду квалификацию. Конечно, хочу байран и в целом могу. Честно, могу, объективно, без ложной скромности. Но, как всегда, все по-дрифтовому, все неожиданно. Машина отлично, команда отлично, вы отлично, молодцы. Спасибо большое за поддержку. До завтра. Доброе утро, гроза. Блин, каждый раз кайфую от этого чехла, но нашелся получше чехол. Та-дац! На самом деле, Коля тоже будет заказывать чехол. Это супер защищенная история. Вот. Защищеннее на самом деле некуда. Если захочешь что-то посмотреть в новой двоечке, тебе придется обзавестись еще несколькими рулонами стретч, для того, чтобы потом обратно вернуть в прежний вид, как она была. Возвращается Коля у нас с первого проезда. Гриш, ты-то поедешь? Я готов. Готов? Ну, вообще, я вас всех приветствую на пятничных тренировках. Вот Коля только что приехал, я думаю, что он расскажет. А давай сейчас сразу спросим. Все, нахер, все, я не поеду. Я не поеду больше вообще. Че, не так? Что-то с капотом. Капот, блядь, хочет, блядь, съебаться. Как с целым тачком? Да я не понял, я разогнался, охуел, я думал, сейчас капотом. Клава поняла, что она очень красивая жаба, изящная жаба, образец элегантности и очарования. А я вам тут колеса спускаю. Провести такой потрясающий пятничный вечер нужно было только в отличнейшей компании. Вот этой машины и вот этого замечательного человека. Посмотрите, во-первых, Егора Драйв, новый поворот, новая связка поворотов, что-то типа 200 км добавили еще к основному треку. Вот эти перепады высот, конечно, они неимоверно крутые. Мне так нравится.